Здравствуйте, меня зовут Саад Мишель. Я хочу вам прочитать стихотворение «Я вас любил». Я вас любил, любовь еще быть может. В душе моей угасла не совсем, но пусть она вас больше не тревожит. Я не хочу печалить вас ничем. Я вас любил безмолвно, безнадежно, то робостью, то ревностью томим. Я вас любил так искренне, так нежно, как дай вам Бог любимый быть другим.